Всем привет! Это история о том, как я и Влад сыграли турнир «Быстрый кубок» по парным сражениям в нулевочке. В общем, 6 каток всего было. Приятного просмотра всем. Ребят, смотрите ролик до самого конца. Ну и обязательно подписывайтесь на канал. Я, как обычно, стримил этот турнир, ну а Влад снимал. Поэтому всю картину вы будете смотреть с его записи. Все, всем приятного просмотра. Давай первую аккуратно отыграем, пока непонятно давай, как. Давай, просто давай. Если мы сейчас сразу максимально быстро первую сольем, будет тильт, и остальные не пойдут. Надо первую аккуратно отыграть. Ну, потом Epic Games нас замечают, нас покупают фейзы, платят нам по миллиону. Четко. Я себе беру сразу Range Rover, все, жизнь наладилась. На, серьезно. Потому что мы здесь капец как под расстрелом. Если нормальные челы с нормальным моим... Кисать. Вот, вот, видишь, что происходит, когда нормальные челы. Надо уходить отсюда, давай на этом. Назад, назад. Я, ну, я вот, кончился. Дал, нормально. Я буду отстреливать, я не сдамся так просто, мужики. Блин, ну они пушат вдвоем. Surprise, motherfucker! Пары. Так они еще и меткие. Блин, тут со всех сторон челы просто. Да ладно! Да, просто там, это там здоровый, да, здесь бывает. Лута побольше. Да, там бывает 50 на 50, бывает сундука нет. Так, и тем более отсюда удобнее, быть. Ты можешь на крышу залезть, у тебя высота будет. Просто вот так сидеть, как очко, ну и мы чё, очко. Они эти, этот, захватывают. Ё-ма. Очень много дал, да ты будешь сзади. Или нет? Чё сзади? Оп, 30-30. Оп, белый. Оо, и блинчик. Хорошо. Сорян, с кем не поздоровался. Нокнул. Хорош. Погнали к ним. Вот сюда, погнали. Идешь? На мне. Давай. Там вниз спускается чел. 50 дал. Уходит один. Одну добил. Живи. Это не умираем. Я не могу быстро в тебя идти. Убил. Лучший. Тип. Меня тип сп. Я вижу, да, но мне надо тоже. А, это лучше. Ого, нихера себе мне надавали, слышь. Сзади, по-моему, у тебя еще, дядь. Да, у тебя сзади еще. Подойдешь? А, или ты там нормально? Да я вроде нормально сидел. Они переметнулись, они вот здесь напротив. На, новый 50. 140 дал. Они хилятся. Блин, 140 подкинул. Надо вот этот камень убрать. У нас азипки, по-моему, поднимаются, да? Вот здесь прям рядом с нами. Он бегает, наверху. Гоу. Херач. 40. Хорошо, я ему насыпал прям жестко. Спина. Хорошо, лучше. Добить. Кракнул. Я надеюсь, его добьют там. У тебя миники есть, да, тебе миники? Не, у меня... К нам бежит, готовь дроп. Кто дал? Нокнут. Хорош. Херач, в дом ко мне заявился. А, ну и куда ты побежишь? Херач по нему. Сзади. Сзади, уходи. Я ушел. Сидим. Отхиль, пожалуйста. Даю спуши. Да. Капец пот. Вот, ребят, я вам говорил про нулевку, что это капец имба нахрен, зарубы бывают. Там хорошо пацаны сидят. Сзади никого у нас нет. Эх, спалился. Слева. Слышь, на миники. Возьми. Если я сдохну. Слева поднялся. Вижу, да. Ближе, чуть подойдем ближе. Все, сидим. Вот о, сюда, вот сюда, беги быстрее. Где? Куда? Вот, давай, вот давай, так давай. Вот. Ох, по мне уже нахерачили. Еще похерачили. На молот тогда. Давай, убегай. Да, тут без шансов. Ё-мо, здесь еще фул. Уходи. Да, ну никак. Ну да, молот решает в конце, нахрен, я ничего не смог сделать. И нормально. Дай мне челы. Он щит поставил, что ставит, ты прикинь? Сзади надо, сзади сможешь обойти? Да. Мою сторону фигу. Они на меня идут. Сзади обходи. Четко будет. Сто пятьдесят. Заходи. Нокнул.
Давай, давай, херач, херач, парень, парень, парень. Ай, ну-ка нахрен щит. Ой-ой-ой, братан, ты щитом. ШИТАН! 30 секунд. А то сейчас все сбегутся. Ну погнали. Сразу? Да. А нас там давай. Не закрэнкают? Да фиг знает. Крэнкают. Или чё? Ну все, уже поздно. А там жопа, куда мы пойдем? Сюда, сюда, на место этих суперменов. Давай. Нам некуда идти туда. Да я уже увидел. Тогда сидим тут до талого, потому что я увидел, что там ничего нету. А чё такая зона дерьмо? Поле. Зона просто дерьмо из дерьма. Супермены туда уже перенеслись. Вижу. Я предлагаю других закрывать, предлагаю. На них нападают, херач, по ним просто в толпу, бля. 110 дал черному 110 дал. Надо все, расстреливай, надо идти. Заканчивай. Молот убийцу готовь. Сюда. Куда-то сюда, тут со стены будет выбегать, нагнем их. Опа, мне щелк палит. Хорошо, братья. Крак! За камнем. О, тут чел, бедолага. Ой, белый. Убил? Охренеть, я в конце твоих. Чипа. Улетел. Один здесь бегает у меня. Nope. Нам. Nope. 40. Nope. Nope. Вот он. Кракнул. Добивай его. Кракнул, спрекнул. Белый, нокнул. Либо смотрит просто. Идет. О. А мне бел. Убил. А, этот же, да, пришел? Да. Охренеть, я рассказал, что он придет. Да, хоть. О, он бежит, вот тут. А, вижу. Опасно, нас могут. И вот здесь бежит, встретить. Вот здесь бежит. Ой, у нас типы. Куда? Здесь. Ай, сзади. Сбоку. Ой-ой-ой. Я умер. Скорее всего. А, по мне сзади тип стрелял. Сзади. Молотим. Справа. Ой, долго разогнался. Да. Га-га-га-га-га-га-га-га. А, там еще типы сидят. Да, хоть. Покупал. Ехал я по полю. На своей приоре. И класс. Какой див? А тут нет дивизиона, это нулевая высота. А так? Тип! Убил! Ого, я промахнулся, прори. Я отсюда пошел. Пошли. Меня спалили, по-моему. Я знаю, да, и по мне стрельнули. Ну нормально, мы пока сидим. Надо молот, наверное. Пошли на Flying Hero делать. Пошли. А, сзади! Меня махнули. Живи. Хорош. Да давай, Назад! Че творишь? 7 отрядов. Очень много соликов, чувак. Че, инфлайнгеро делаем еще раз? Давай. Хочу, пока все страшно. Давай, хорош! Хорош, может ты эти возьмешь? Убежище у меня. На моем трупе убежище были, нет? Ой, ты что такое? Золотой, что ли? Да. Просто лучший. У тебя тип. Понял. Дом. Хорош. 6 отрядов, пока еще живут сольники. У тебя? Сверху, на втором. Можешь спрыгнуть.
Это Геро будем делать? Вот это скамчик, конечно, произошел. Сокон, смотри, сокон. Flying ghetto. Girl, you flying ghetto. В доме, на втором. Или первый. Надо озвучку делать, братанчик. Когда озвучку делаешь, проще выигрывать. В кустах, кустах, кустах вот этих. Да-да-да, в осенних кустах а где, есть. А где еще один? Втор... Не знаю. Знаю, что в осенних есть. Братан, хорош. Вообще планируешь сегодня, нет? Перезарядка. А второй, я не знаю, он, по-моему, за зоной живет. Или в кустах где-то сидит. На дробовике, а? Что ли, играет? Не знаю. Нет, походу, по-моему. На дробаше. А как а он может живет? Быть, кстати. Хазай. Как он живет до сих пор? Скорее всего, наверное. Так, капец, у меня сплэшей нахрен можно... Ну, у тебя сплэшей, я думаю, выиграешь. Полгода можно жить еще. Ну, скорее всего, значит. На дробаше, значит, играет. Да, 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 да. А где всего. Он? Где он все это время живет? Хорош, сюда! Охренеть, вот это я раскидал нахрен всех просто. Ну и что в итоге, ребят? У нас оставалась последняя катка, 7 минут, но нас туда не запустило, поэтому мы не смогли подняться выше. Но по итогу, ребят, мы зашли в 300 лучших, 257 ПТС. Я думаю, это достойный результат. Да, капчик был ни на что, на интерес, но все-таки это прилично. Попасть в 300 лучших, даже на таком капе, это, я думаю, респектабельно. Всем спасибо на просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосик. Всем пока.